Полномасштабное российское вторжение в Украину началось более 9 месяцев назад. В украинских семьях, планировавших зимой пополнение, рождаются первые, как их называют, дети войны. Врачи отмечают, что беременность зачастую сопровождается сильным стрессом. Российские снаряды не раз попадали в больницы и родильные отделения. Я предлагал ей уехать за границу, но она не захотела. Сказала, будем ждать тебя здесь. Если бы я уехала за границу, как бы он сейчас увидел своего ребенка? Мы решили ехать во Львов. Сюда реже всего прилетала. Маленькой Софии уже больше недели. Инна приехала рожать во Львов из Одессы и пока останется с детьми здесь. Дмитрий получил отпуск, чтобы поддержать супругу и увидеть дочь, но через несколько дней возвращается на войну.